Вон еще 6 миллиардов полетело. Каждый аппарат где-то 35-30 миллионов долларов. Ну, соответственно, переведите в рубли, да, курс 60. Получается 6 миллиардов. По 1,5 миллиарда долларов самолетик. Ну и на фоне разбитых дорог все это наблюдать, вот. Очень весело, очень патриотично. Так, ушли, четверка. Так что, если увидите пикирующий на ваш дом самолет или звено, радуйтесь. Они даже шоссе не убирали. Зачем? Даже с неубранными шасси. Камера обычная, телефон, то бишь, вот, 2,5 увеличение, 4, так уменьшу, сейчас вот сюда иду. Они, конечно, соколы и все такое, но лучше бы это по телевизору смотреть. Убрали шасси. Эх, над домом не снялось. Ну, женщинам он должен чепчики в воздух кидать от радости. Но что-то не кидают. Над разбитой набережной, над Амуром, вышедшим из берегов. В общем, супер патриотичненько. Это не наши летают, а с Липецка приехали. Ас. Ну, у нас тут ни разу не полетная зона, да, то есть это все чисто показуха. Не думал, что будет продолжение сюжета утреннего, это уже сейчас обед, 2 часа. Я тут уже вылезти должен с балкона.
5 чего-то. Над крышей. Что-то странно, пара разбилась. А где второй? А, вон он. Не к добру все это. Красиво, асы, но безумно как-то. Не забывайте, что это я снимаю, когда проекция 1, то у меня даже с реальной... Вот сейчас я снимаю примерно так, как вижу. Даже чуть меньше. Вот примерно так выглядит реальное зрение. Все очень близко. А это вот я в проекции 1, оно, конечно, уменьшает. Самолете R5, то есть, ну, кукурузник по сути, а тут вот на сверхзвуковых в городе. Когда учился в АТСК, в Адасахе, ну, тоже на пилота, то есть это все вот воздушное хулиганство расценивалось, то есть то, чем нельзя заниматься. Даже на Яке-52, ну все, ушли они наконец-то, вон они над сопкой. Пошли на аэродром. Все. Слава яйцам. Или нет? Хотя, чтобы на аэродром пойти, им надо с привода заходить. Они как-то так. Ну, надеюсь, на сегодня все это будет. Концерты, представления закончены. Не, нифига, не закончено еще. Не закончено. Молодцы. Но совесть надо иметь, блядь. Тут люди живут, дети, старушки с дачи приезжают, уставшие, блядь.
Ладно, устал я снимать, 10 минут уже есть воздушного балета. Надеюсь, у вас представление об этом сложилось. С вами был Юрич. Пишите, нужен ли такой патриотизм? Конечно, лучше, чем китайцы летают, но... Но это бардак.